Привет! Всем привет! Как поняли из названия нашего видео, мы едем в Казахстан! Мы едем на машине, и в этом видео вы увидите наши сборы. Это было снято все в разные дни, и мы решили заснять такое одно видео наших сборов. Да, затем будет еще видео дальше по дороге, так что да. Следите. Мы будем все снимать, и я думаю, дорога будет очень интересной. Так что следите, не переключайтесь. Здесь мы смотрим по картам наш маршрут, который предстоит нам проехать до Казахстана. Маршрут для нас не новый, мы в Казахстан на машине ездили уже не один раз. Я сейчас съездила, забрала визы, русскую визу делали, так как мы едем через Россию, сделали русскую визу, все, паспорта готовы, все готово, осталось собрать чемоданы. Мы продолжаем дальше собираться в поездку, и сейчас я занимаюсь тем, что собираю аптечку. Я беру с собой SAP Simplex, он против чувства вздутия живота, против колик. Также я беру и Иберогаст, мне кажется, его все знают. Это когда у тебя синдром раздраженного кишечника, также когда у тебя чувство полного живота, также он может помочь при изжоге, и в общем вот это вот все. Капли в нос взяла. Затем беру, я все вытаскиваю с упаковок, чтобы не занимало много места. Также беру цетирицин, он против аллергии, на всякий случай, потому что будем в дороге останавливаться, кушать мало ли что. Также я взяла лапедиум, он против диареи. Затем я беру ибупрофен с собой, против боли, против температуры. Затем градусник. Дальше я беру фенистил гель, он также, если на коже будут какие-то аллергические высыпания или укусит какая-нибудь, там, не знаю, мошка, вот такой вот всякий комар. Также я беру с собой остинизепт гель, антисептик гелевый, если вдруг будет какая-то ранка. Также я беру пару упаковок пластырей, беру свою мазь для глаз. Только надо все это будет хорошенько упаковать и закрыть. Смотрите, что у нас тут происходит. Просто ужас. Мы собираемся. О, я тут сейчас были внизу и принесла кое-какие папки свои с учебы. Вот это, мне надо перебрать, что-то выкинуть, что-то для себя оставить. Уху! Что делаешь? Носки смотришь. Мы тут собираемся дальше в дорогу, и сейчас я вам покажу, мы приготовили деньги, которые нам нужны будут до самого Казахстана. Понятно, что по Германии мы будем использовать евро, затем, когда мы заедем в Польшу, мы приготовили злоты. Злоты. Мы заезжаем в Литву, Латвию, там евро. Понятно. После Латвии мы идем дальше на Россию, и для России мы приготовили рублики. Рублики тратим на кайфу. Ну и после России мы уже, естественно, заезжаем в Казахстан, и у нас также есть тенге. Ну, в общем, подготовились. Мы вышли все вместе прибираться в машине, привести все в порядок, потому что дорога у нас предстоит дальняя. И мы с Женей с дома привезли свой ручной пылесос, потому что им намного удобнее будет убирать в машине, подготавливать ее. А завтра уже будем грузить чемоданы. Так, пылесос и насадка.
собираться. Пойдем. Ну, а здесь папа показывает нам с мамой, что нам нужно убрать, что нам нужно прибрать, протереть, где у нас что будет стоять во время поездки, как мы все организуем. Вот так вот прошли наши сборы. Это, конечно, только малая часть того, что мы засняли и показали вам. Оставайтесь с нами на канале, потому что по приезду в Казахстан мы будем монтировать видео про нашу дорогу. Проезжать мы будем 4 страны, и дорога будет, уверена, очень увлекательной.